Принятие федерального закона о патриотическом воспитании и изменения в законе об общих принципах организации местного самоуправления. Вот то, что главным образом поможет развить систему патриотического воспитания в регионах. К такому выводу пришли депутаты Ямала и Тюменской области по итогам двухдневной работы в Ноябрьске. Еще одним шагом в решении вопросов данной тематики должно стать обращение депутатов Ямальского парламента к Государственной Думе о необходимости доработать и утвердить концепцию духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Что же касается регионального уровня, то здесь, по мнению депутатов, необходимо сделать упор на размещение рекламы гражданско-патриотического содержания в общественных местах и изыскать возможность стимулировать местные СМИ на создание материалов патриотической направленности в теле, радиопередачах, периодической печати и интернет-проектах. Здесь же такая тема, что мы должны понимать, что все-таки на сердце у наших детей. Вот. Они многие закрыты в своей, может быть, той открытости, которая была у нас, когда мы учились и когда мы росли. Вот. Наверное, больше ответов они ищут в интернете, в общении, наверное, в виртуальном мире. Вот. А реальная жизнь, она совершенно другая, поэтому думаю, что нам нужно их понимать. Для того, чтобы их понимать, мы должны эти вот патриотические движения организовывать. Потому что все, я считаю, что через руки, через голову, через память, вот вот, любовь к земле, она так и формируется. Мы хотим сделать жизнь нашей стране чистой, открытой, прозрачной. Мы хотим обеспечить будущее нашей.